Вечером 19 июля водитель Honda Torneo двигался по федеральной трассе со стороны Новосибирска. При повороте налево в рабочий поселок Ленево не уступил дорогу автомобилю, который двигался во встречном направлении. Избежать аварии не удалось. Основной удар пришелся в левую сторону Hyundai Solaris. У виновника аварии повреждена передняя часть автомобиля. В результате ДТП 6 человек было травмировано, 4 из которых несовершеннолетние дети. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Днем позже пьяный водитель спровоцировал еще одну аварию. Она произошла в дневное время. Результат алкогольного опьянения – больше 1 промилле. Стоит отметить и тот факт, что мужчина ранее уже был лишен водительского удостоверения. Водитель 1972 года рождения, двигаясь со стороны федеральной автодороги Р-256 в сторону села Сосновка, в пути следования не справился с управлением, совершил опрокидывание автомобиля в правый кювет по ходу своего движения. В результате ДТП травмирован водитель и его пассажир 1973 года рождения. По всем фактам дорожно-транспортных происшествий возбуждены административные расследования.